3 тонны льняной костры было уничтожено вчера огнем в одной из сельхозорганизаций региона. Инцидент случился в здании склада, где хранился материал. Лидские спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и смогли уберечь от пламени 27 тонн льняной костры. Вчера, 5 июня, в 13:03 лидским спасателям поступило сообщение о пожаре на одном из сельскохозяйственных предприятий около деревни Доржи. До прибытия спасателей работники предприятия попытались справиться с возгоранием. Бойцы МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространения горения. Причину пожара устанавливают специалисты. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за неосторожности обращения с огнем. Соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте осторожны в обращении с огнем. Если же вы почувствовали запах дыма, отыщите его источник и немедленно вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112.